Всем привет, давненько не было отдельных подборок с чехлами для айфонов. Если под роликом наберется хотя бы 100 лайков, то я сразу сделаю аналогичную подборку и для самсунгов. Ссылки на все товары есть в описании к ролику. Поехали! Данный чехол будто сделан из красочной чешуи русалки, по крайней мере так написано в названии товара. На выбор есть две расцветки и подойдет он для всех айфонов от пятерки до семерки. Далее женский вариант в 7 разновидностях с сушеными листиками цветов на прозрачной силиконовой крышке. Но достанется такая красота только обладательницам 6-х айфонов и всяких S-ок и плюсов. Также для 6-й модели подойдут и эти две разновидности джинсового чехла, который также может использоваться и как подставка при просмотре сериальчиков. Подходит для айфонов 6-й и 7-й серии естественно, включая S-ки и плюсы. А любителям лакшери без набитого под завязку купюрами кошелька я нашел вот такой вариант с закосом под змеиную кожу с головой льва и кольцом. При покупке можете выбрать между 7 расцветками для 5, 6 и 7 айфонов. Для модниц отлично подойдет чехол с кармашками для ваших женских штучек. Тем более плюсом для вас будет, что версия такого чехла есть и для новенького iPhone X, а также для 6, 7 и 8 серии. Следующий чехол представлен аж в 26 разновидностях в форме цветов. Здесь и в форме арбуза, хот-дога, кактуса и даже хрюшки. В общем, любителям нестандартных форм и обладателям 6-х айфонов в самый раз. Уверен, вы не раз видели различного рода антистрессы с AliExpress, которые можно всяко разножамкать. Вот теперь можно взять такой и в виде чехла для 6-х и 7-х айфонов. На выбор есть панда и котейка. Так получилось, что большое количество чехлов предназначены для слабого пола, как и этот аппетитный вариант в виде мороженого на палочке для всех 6-х айфонов. Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к таким чехлам нестандартных форм. Еще один вариант для любителей показной дороговизны – это вот такой чехол с закосом под натуральную кожу с заклепками. Есть 4 варианта на выбор для всех айфонов, начиная от шестерки. И последний чехол в виде флакона духов с рекордным количеством поддерживаемых айфонов. Такой чехол подойдет для всех вариаций, начиная от 4 серии. И напишите в комментариях, какой у вас сейчас айфон. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца, поставь лайк и поделись этим роликом с друзьями, если тебе понравилось. И, конечно, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео от меня. Пока!